Добрый день, всем привет! Меня зовут Рания, я стилист бренда Эмка. Сегодня хочу показать вам капсулу на осень. Одним из трендов этого сезона является принт-клетка. Я остановила свой выбор на вот такой замечательный жакет. Жакет приталенного силуэта, контрастное цветовое решение, красный с синим, оливковым. Обратите внимание на золотую фурнитуру спереди и на рукавах. К этому жакету я стилизую брюки глубокого зеленого оттенка на высокой посадке прямого кроя и шелковистую блузу с принтом. Образ получился достаточно стильным, в то же время женственным и актуальным. Из обуви мы можем добавить сюда как туфли, оксфорды, лоферы, так и кроссовки. К этому верху я добавляю актуальную юбку из эко-кожи, юбка солнца длины миди. За счет многослойности фактур образ получился актуальным и женственным. Смотрим следующий вариант. Я добавляю в капсулу жилет с боковыми разрезами, который мы надеваем на блузку и стилизуем также с юбкой из эко-кожи. Также мы можем ремнем акцентировать талию, то есть вы прихватываете переднюю часть, а заднюю отпускаете. Образ получается за счет многослойности тоже очень эффектный, стильный и актуальный. В данную капсулу я добавила платье, актуальное по сезону. Обратите внимание, в оливковом цвете. По спинке у нас есть встроенные ремешки, которые мы можем подчеркнуть, акцентировать зону линии талии. Я своим клиентам предлагаю вариант креативный. То есть носим платье не как задумали дизайнеры, так как нет выточек, задом наперед. Добавляем аксессуар и также получается креативно и стильно. Данный твидовый жакет также гармонично будет смотреться с этим платьем. И в завершение хочу добавить в осенний образ брюки из эко-кожи. Они, обратите внимание, с отстрочкой. За счет вот этой отстрочки ноги кажутся длиннее. Брюки на высокой посадке. Такой креативный элемент с боковыми разрезами. Очень красиво подчеркнут фигуру и стройность ног. Можем стилизовать эти брюки с водолазкой мятного цвета. Также к этому образу мы можем добавить наш твидовый приталенный жакет. Образ получился достаточно дерзкий и стильный. Завершаем осенний образ верхней одежды. Обязательно рекомендую пальто классического кроя. Это сейчас must-have бежевого цвета. Обратите внимание, длина дает возможность носить изделия с платьями длины миди, с юбками. Такое оно двубортное. Здесь очень классная такая видна отстрочка. И оно у нас стилизуется со всеми изделиями, с водолазками, с юбками, с брюками и с платьями из того, что я вам перечисляла. И второй вариант верхней одежды – это такая куртка пиджачного кроя, бежевого оттенка, тоже натурального, которую мы можем также смело стилизовать со всеми изделиями, которые были представлены ранее. С платьем самостоятельно, с джинсами, с брюками, кожаной юбкой и кожаными брюками. Представленный мной осенний образ вы можете смело стилизовать на каждый день, на работу и на любое другое мероприятие. Рекомендую вам бренде Эмка, так как у нас вы можете рационально и комплексно подобрать капсульный гардероб.